Приветствую. С вами Павел Колесов, и я хочу дать отзыв на работу Максима Копылова по его программе, по коучингу, не знаю, как назвать, по астрологии, наверное. Я Максиму сообщил только дату и время моего рождения, и он сперва по дате моего рождения рассказал, что у меня там было в личной жизни. Ничего больше про это не знаю, и эту информацию знал только я. Ну, в общем, те девушки, с которыми у меня были какие-то отношения. Откуда Максим это вытащил, для меня до сих пор загадка. Причем не в формате неопределенности, а вот сказал, вот в твоей жизни в этот момент было это, в этот момент это, в этот момент было это. После этого, собственно, я когда понял, что в том, что делает Максим, ну, наверное, что-то есть, порекомендовал своим подписчикам, Максим провел акцию, и после этого мы с ним еще час примерно беседовали по поводу моего прошлого, моего будущего. Ну, что там будет в будущем, то, что мне Максим предсказывал, до него еще далеко, там еще, в общем, несколько лет. А через несколько лет, наверное, можно будет меня спросить, сбылось ли то, что мне предсказывали. Но, по крайней мере, то, что Максим говорил про мое прошлое, это было вот тютелька в тютельку. Про личную жизнь. Один в один. Про то, когда я перестал употреблять алкоголь. Один в один. Вот, скажу, что в этот год все, ты перестал, у тебя вот как отрезало. Абсолютно верно. Сказал, когда вот были крупные поворотные события в моей жизни, которые прям вот очень сильно переключали мое направление жизни. Это тоже было. В общем, я не знаю, как Максим это делает. Это надо, наверное, у него спросить. Каким образом он вот эту информацию вычитывает, интерпретирует. Ну, по крайней мере, то, что вот касается прошлого, он дает абсолютно точные прогнозы. Потому что все, что я про что его спрашивал, он, я не знаю, как это у него получается, он говорил абсолютно верно. По поводу будущего, ну, пока не знаю, надо проверить. Так что через несколько лет меня спросите, я тогда вам смогу сказать, насколько точно оказались прогнозы Максима. Я думаю, если он про прошлое говорил точно, ну, с большой долей вероятности будет и про будущее. Потому что кому как, а мне интересно, куда, в общем, развивается моя жизнь и как это можно подправить или изменить, или улучшить. Потому что знать прошлое классно, прикольно, здорово, но еще лучше, когда ты можешь, ну, хоть до определенной степени знать свое будущее, чтобы понимать, куда именно тебе имеет смысл прикладывать свои усилия, свою энергетику, в каком направлении двигаться. Спасибо за внимание. С вами из Таиланда был Павел Колесов. До следующих встреч.